Здорово, это домашний канал Лерки, и снова у нас Resident Evil 2 ремейк, только уже дополнительные режимы. Начнем мы проходить с четвертого выжившего, это игра за Ханка, спецназовца такого в противогазе, который выжил один из четырех спецназовцев, которые пришли к Кулиму Биркину по сюжету за G-вирусом, короче. Нам нужно будет добежать до точки эвакуации, как бы. Такая фишка была в оригинале. Здесь не знаю, здесь вот написано лучшее время, я так полагаю, здесь на время. Но, я не знаю, будет какой-то там отсчет или что-то в этом роде. Давайте начнем, давайте посмотрим, давайте попробуем сыграть. Окей. Начинаем мы в канализации. Это, кстати, плохо. Это полуночник. Альфа, ответьте. Альфа, как слышите? Полуночник. Это Ханк из отряда Альфа. Черт, я думал, вас всех завалили. Я пытался... Я в точке К-12. Когда и где ждать эвакуации? Похоже, мрачного жнеца не остановить, да? Где ждать эвакуации? Расслабьтесь, мистер Жнец. Я направлюсь к главным воротам полицейского участка. Подберу тебя там. Понял. Короче, надо добраться до главных ворот полицейского участка, окей. Карту нам показали. Непонятно. Давай посмотрим инвентарь. О! Инвентарь, в принципе, неплох. Неплох. Автомат, дробовик, два пекаля, короче, громовой ястреб. Это не тот, который выносит просто головы. Ваншотит. Так, есть порох. Давай сразу мешаем. Отлично, патроны для дробаша. Сразу смешиваем, чтобы освободить место, короче, вдруг что-то мы возьмем. И аптечки есть. Окей, давай погнали. Погнали. Так, оп, не сюда, понятно. Ладно, понятно. Спустились вниз. Тут, в принципе, как бы, если... судить по оригиналу, по ногам, если судить по оригиналу, короче, то нам, в принципе, бежать только по прямой, как бы так. Я думаю, всех здесь мочить не стоит, чисто тех, кто будет мешать. И так же, как вот мы проходили, помните, этот Код Вероника, тоже дополнительные режимы, типа выживалки. Мы все мочили по ногам. В принципе, здесь, я думаю, фишка будет та же самая. Мочить по ногам. Опа, 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 собачки, собачки, собачки. Тихо, тихо. Отлично. Пока гладенько, пока гладенько. Так, погоди. Нам туда в дверь или здесь вот есть дверь? Смотри, ящик. Окей. Ладно. Здесь открыто. Бобенцы лежать. Табаку тоже. На... Падай. Опа. Падлы. Опа. Собак надо змейкой, 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 змейкой. Отлично. Отлично все получилось. Так. Патроны уже все почти закончились. А, вау-вау-вау, не ори, не ори, не ори, не быкуй. Не быкуй, я тебя трогать не собираюсь. Иди в жопу. Лежать. Ребята, лежать. Блин, толстые ноги не пробить сразу. Ладно. Так, туда, в принципе, там выхода нет. Там, я смотрю, дверь есть. Хотя в сюжетке, вспомните, дверь вот эта была, ну, сломана, да? О, вот этого я и боялся. Вот этого я и боялся. Твою-то мать. Так, погоди, гранату. Нормуль. А, блин, схватил все-таки, падла, а? Давай вторую гранату. Молодец.
Так, я правильно? Я правильно иду? Отлично, правильно. Штяк. Опа. Опа, здрасте. Мордасти. Опа. А ноги-то бронированные. А ноги-то бронированные. Не ори. Так, погоди. Полицейский участок, по-моему, сюда. Да, здесь лифт. Блин, по памяти бегу, и как в сюжетке. Отлично, пока все отлично, пока держимся, пока нормально. Врагов много, но пока терпимо, в принципе. Еще и музычка так прям нагнетает, да? Опа, 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 сколько вас много! Отвалил, отвалил! Вот это я попался. Так. Там у нас был Биркин, куда я не хочу. Давай сбегаем сюда. Здесь, по-моему, лифт, короче... В смысле? В смысле? К Биркину? Че, и с Биркином сражаться, что ли? Они что, поржали, что ли? Это как? Это что это? Почему это? Как? Где? Так, погоди, что-нибудь выберем. Давай вот это светящееся говно. Опа. Блин, я в сюжетке, короче, с этими, с... Так, нам херово, по-моему, да? Давайте, может, что-нибудь выберем. Может, давай сожрем что-нибудь. Так, отлично. Я в сюжетке, короче, с этими, с лизунами не сражался. А тут... Где? Лежать. Спать, лежать. Так, тут просто валяется что-то. Валяется и вообще там просто как пьяный. Ладно, допустим, отлично, нормально. Все четко. Так, не агримся. Спокойно. Опа. Опа. Собакина. Так, погоди, я сейчас сделаю вот так. Чё натворил? А, ну в принципе нормально. Осколками, видать, всех загасило. Ладно, допустим. А куда бежать? Нет, отвали! Отвали, не трогай меня! Нет! Иди в жопу! Да соли! Вот это было красиво! Вот это было сейчас жестко и красиво! Лизун! Твою мать! Тихо! Я ж пешочком шел! Как он меня услышал? Фу, извиняюсь за мой французский. Отлично, мы в полицейском участке. О, здесь уже поспокойнее сейчас будет. Так, надо только вспомнить. Погоди, здесь нет у нас никакого лута. Надо вспомнить, куда бежать. В принципе, главные ворота, главный вход недалеко, в принципе, находится. Воу. Вот это жесть. Это... Так, говна, кусок. Я тебя... Ни хрена. Слушай, нормальный пистолет, да? Опа. Неплохо. Отлично. Так, здесь кусака лежит. Нет? Да. Лежал, походу. Ладно, допустим. Бежим. Погоди, дай пройти! Отвалил. Воу, сколько вас тут? Пошел. Куда же? Так, ладно. Почти на выход пришли. Почти на... Отлично. Какого черта, Ханк, ты опоздал на выход? В смысле опоздал? Иначе. Внимание, командование только что приказало уничтожить Дракон Сити. В смысле я опоздал? Так, а тут все завалено. Погоди, сюда, что ли?
Да ладно. Промазал. Так, по сюжетке здесь был лизун. А чё, значит, на эту... На колокол? На башню колокола, что ли? Ну, где часовая, что ли? Туда бежать надо? Ладно, окей. О-о-о! Ты слышишь? Ты слышишь это? Тиран! Опять тиран! Твою мать! Ладно, у меня для тебя есть подарок. Ёпта! Стоп, 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 аптечка. Ты чё, мне хочешь сломать голову, что ли? Так хрена с два. Кусаки. Чё-то я в последнее время стал очень сильно часто материться. Окей, так, ладно. Дробаш. Не тратим, не тратим. Пистолет. Пистолет мощный, хороший. О, нет, только вас тут не хватало. Отлично. Отлично. По почкам, короче. По маленьким цветочкам. Так, правильно, правильно, нет? Правильно? Оу! Стоп! Свалил. Рот свой закрыл. Куда же? Погоди, там тиран. Там тиран за мной. Ой-ё. Куда, 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 куда? В какую сторону? Правильно бегу? Правильно бегу? Собака. Да ладно, пускай они там развлекаются. Отлично, ладно. Блин, тиран. Погоди, может я его смогу вырубить? Как раз у меня три патрона. Где он такой? Ускорился. Держи. Ёп! Промазал. Опять промазал. И собака бежит. Да нахрен. Нахрен вы все пошли. Ёу! Твою мать! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ребята, ребята, ребята! А, тупик, закрыто! Нет, погоди, стой, не надо! Внизу! Твою мать! О-хо-хо-хо! Куда, сюда? Это жесть! Это просто жесть! Так, у меня патронов-то нет, ни хера, ни от чего! Ёб твою мать! Просто, пошёл нахер! Нахер, усунься! Жесть какая-то! Жесть какая-то! Сюда? Тупик! Сюда! Окей, на улицу! Йоу! Нет, 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 спускайся, спускайся! Да спустись, твою просто жесть! Да просто жесть. Заново. Какого мать его хера? Ладно, скипуем. I'm at point K-12. Need info on my extraction. Я просто такое ощущение, как будто вот эта вся дичь, она просто бесконечная. Она никогда не кончится. Ты видел, как это было просто? Это было... Лежать! Просто обойму в пустую, обойму кому-то в жопу выпустил. Жаль. Попытка номер два. В принципе, для первого раза было неплохо. Ну и неизвестно еще, сколько бежать. Вот это такая, да, облава, просто вот, вот. Ты прибежал, да, главным воротам, а тебе говорят, что ни хрена, ты не успел. Ни хрена.
на эту, на эвакуацию, тебе, хрен тебе моржовый с эвакуацией-то. Женщина лежать. Собаки лежать. Быстро, быстро, быстро! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. С собаками, короче, надо вот так вот. Ёперный театр, просто четко. Просто четко. Да я мастер бегать змейкой. Я просто мастер. Мастер. Так, здесь кричи. Крикуны, отлично. Бежать. Ай! Ай! Бежать. 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 Враг со стрельными ногами не враг. Окей. Так. А, здесь сейчас будет. Понятно, сейчас будет. Говнецо. Уходи, гранаты. Их две! Их там двое, твою мать! Ты прикинь, их там двое! Ух ты, четко я прошел сейчас. Неплохо. Так, не орать. Не орать. У этого бронированные ноги, да? У него и плечо бронированное. Окей. Голова зато не бронированная. Так, погоди, погоди. Давай-ка, да иди ты. Так, объединить. Отлично. Объединить. Отлично. 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 Так, окей. Ружьем бежим. Ой, не орать-то. Что за звуки? Там железуна, по-моему, не должно быть. Что за звуки-то такие? Так, здесь сейчас куча бомб. Куча зомби. Куча кусак сейчас будет. Не забываем, там еще лизун. Там еще лизун! Оооо! Цапка! Падла! Так, стопэ. Выбрать, да. Флешку. Сдох. Но в прошлый раз я как-то его быстрее замочил. Так, давай аптечку. Так, хоть когда целиковая жизнь, так хоть он побыстрее бежит. Так, окей. Чем бы тебя загасить? Погоди, а может ты пока встаешь, я смогу пробежать? Окей, спасибо. Ну ты вообще вялый. Ладно. Ружье. Не орать. Так, тирана запомнили, да? Тирана выносим, короче, с трех выстрелов. Только надо четко попасть. Тут их много. Погоди, граната. Только четко. Спасибо. Спасибо, что послушал меня, что услышал меня. Так, стоп, а че я... Вот так. Я думаю, что-то с пустыми руками бежит такое, нормально вообще. Так, здесь у нас много зомби. Много зомби. Пробегать, пробегать, пробегать. Опа! Нахрен послан. Отлично. Так, там лизун. Аптечка по-любому нужна. Идем спокойно, не бежим. Отлично, отлично просто. Бежим. Вот теперь бежим. Так, что там сейчас? Тиран. Бежим. Запомнили просто, запомнили дорогу. Здесь главное запомнить. Иди сюда, говно. Иди сюда, говно.
На, держи. Шляпу потеряли. Блять. Окей. Зарядка сразу. Ружье. Надо стараться метко стрелять. Стараться метко стрелять. Вот я сейчас просрал один патрон. Отлично. Да твою мать, а! Да сдохни ты уже! Столько патронов просрал! Так, ладно. What the hell, Hunk? What the hell, Hunk? Сибаст от меня. Так, здесь лизун. Спокойно. Спокойно. Стоп. Там сейчас этот тиран. Держи. Ни хрена его просто. Блять. Да чтоб ты меня! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Размахался, падла! Так, пропусти, пожалуйста, окей? Спасибо. Нахер послан? Да говорю, нахер послан! Да твою мать, а! Сколько? Не вижу нихера! Аптечки. Пипец просто. Все, последняя аптечка была. Это была последняя. Это было последнее, что я мог сделать. Отлично. Так, руки не тяни. Руки не тянуть. Отлично. А, блин. Забыл. Все в куче, все в куче. Опа. Отлично. И сверху такие свалили. Так, сюда. Там, по-моему, гранат, взрыв гранаты притормозил тирана. Отлично. Хотя нет, я слышу его. Он идет, бежит за мной. Так, что у меня там? Три патрона. Плохо. Очень плохо. Бегом. Фу. Юп. Опа. Четко. Четко, блин. Просто на дыхании. На дыхании. Пошел. Так, отлично. Так, вот здесь какой-то трэш. Что у меня есть? Чем-нибудь его! Отлично. Ништяк, 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 ништяк. Пробрать. Ха, время вышло. Воу, воу, ты смотри, сколько их там. Жесть, жесть. Да мочи ты уже. Дверь, 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 дверь. Отлично, ништяк. Вот выход-то. В дырку-то прыгни. Отлично. Что у меня вообще есть? У меня есть вспышка. А, говна кусок. Жижи меня. Он траванул, наверное, скорее всего, меня. Вообще просто трэш, ты смотри, какая толпа здесь.
здесь нужна граната, реально. Держать. Три патрона, три патрона. Держать. Нет, баба. Нет, нет, отпихни их, отпихни. Тиран. Застрял, твою мать, ну. Зомби там под ногами. Быстрее, 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 быстрее. Где выход? Где выход? Где выход? Где выход? Я правильно хоть бегу. Зачем было возвращаться? Хотела встретиться с Марчем Жнецом. Просто отлично. И сколько мы время убили? 11 минут на это. Все про все. Ну, это имеется в виду второй раз, да? И первый раз мы сколько тоже там, наверное, минут 10, наверное, бежали там. 10-9 минут. Ну, это жестко. Это реально жестко. Просто жесткое испытание. Но мы справились. Отлично. Особенно в конце. Видал, там какая толпа была просто. Мне повезло то, что у меня принята была аптечка, короче, которая, ну, защита, снижает урон противника. Так, раздел дополнительных режимов открылся, добавлен новый режим. Еще что-то новое? Выживший тофу. О, это самый хардкор. Это просто, это все то же самое, короче, что и Хэнк. То же самое все, только с одним ножом, по-моему. По крайней мере, это было в оригинале. Но этим мы уже займемся уже потом, потом. Наверное, напоследок, на самый последок оставим, короче. А следующие мы выжившие призраки начнем. Окей, друзья, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Ссылочки на прохождение плейлистом будут в описании, короче. Подписываемся на Инстаграм также. И с вами был Валерий. Всем пока. Yeah.